Надежды Севера были теперь полностью связаны с генералом Грантом. А Джефферсон Дэвис продолжал верить, что Ли поведет юг к победе. Май 1864 года. Генерал, мы будем на переезде до темноты. Пока вы загрузите уголь и зальете воду, я телеграфирую генералу Гранту и снова в путь. Генерал Союза заслуживает более уважительного приема. Подними его. Полковник Джон Мосби к вашим услугам. Генерал Джордж Хазард. Вы должны простить моих людей. Они фермеры, а ночью становятся разведчиками. Они расстроены тем, что ваш генерал Кастер называет их простыми разбойниками. Превратности войны, полковник. Конечно. Он сказал, что повесит моих людей в отместку за всю провизию и снаряжение Янки, которые мы конфисковали. Так что вам повезло, что он еще не выполнил свою угрозу. Иначе вы могли бы оказаться в петле вместо пути в тюрьму Липпи. До свидания, генерал. Сгружайте оружие и едем. Быстрее! Есть, сэр. Сейчас сделаем. Давайте. Come on over here.
Сержант, позаботьтесь, чтобы их семьи получили это. Что она здесь делает? Извините, но это все, что я могла достать. Морфий и хинин очень дефицитны. Капитан! Миссис Баркли, какого черта вы здесь делаете? Янки могут вернуться. Это опасно. Я говорила вам, что могу позаботиться о себе. Извините, у нас еще есть работа. Доктор, то, в чем у вас нет необходимости, отправьте в госпиталь. Пока генерал Ли не возьмет Вашингтон, не знаю, когда мы достанем еще. Никогда не думала, что найду вас здесь. Отправляйтесь домой. Это все, что вы можете сказать мне? Отправляйтесь домой? Я ожидала более теплого приема. Оглянитесь вокруг, Агаста. Чего вы могли ожидать на поле сражения? Чарльз, мне казалось, что мы друзья. Ты этого хочешь? Прости меня. Орудие взорвалось. Все прошло. Не прошло, Газ. Это будет продолжаться и продолжаться, пока мы все не умрем, как Пэйл, как люди, которых я убивал. О, нет, не обвиняй себя. Я должен был позволить тебе уйти. Я хочу быть с тобой. Я могу больше тебя не увидеть. Теперь ты часть меня. Я люблю тебя. Thank you.
Все присутствуют и отчитались. Я вижу грязные сапоги, лейтенант. Я могу допустить это в конце марша, но никогда в начале. Я исправлю это, сэр. Чёртовы мятежники, опять их стрелки. Ботфорд, избавьтесь от них. Есть, сэр. Сержант, следуйте за мной. Есть, сэр. Отделение смирно. За мной! Уходим! От чертовы янки! Вставайте! Бежим! Давайте! Он мертв! Пошли! Пошли! Быстрей! 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 Меня. Билли! Ложись! Три стрелка! Прикройте другой фланг! Ты появился, и началась война! Патроны кончились! Ты бы бросал в них желудями, если бы я не подоспел, а? У тебя тоже нет? Я уже сделал достаточно вдох при Геттисберге. Хватит на всю жизнь! Давай, пошли. Ты еще пожалеешь, что остался жив после разговора с полковником? Зачем ты вернулся, Билли? Я же сказал, что вернусь. Это не оправдание. Старик кипит от злости из-за того, что мы так долго торчали в палатках вместо преследования мятежников. А сейчас мы выступаем. Ну, ходят слухи, что Линкольн все устроил для того, чтобы перевести этого бульдога Гранта с запада и натравить его на Ли. Как раз такой человек нам нужен. Нет. Он подожмет хвост при первом рыке Ли и побежит на север, как и все остальные. Как думаешь? Как думаешь, Билли? Я не знаю. С возвращением. Готов к службе, сэр. Лейтенант Хазард? Полковник! Вы ушли как дезертир, а вернулись как глупец. Разрешите объяснить, сэр? Лейтенант Хазард преследовал этих южан, полковник. Не защищайте его, Ботфорд. Я все знаю о мужчинах, которые изнывают без своих жен, Хазард. Но если каждый офицер в этой армии сделал бы то, что вы, Джефф Дэвис уже давно бы сидел в Белом доме. Я знаю, что был неправ, сэр, но... Неправ — это не то слово, лейтенант. Глупо, безрассудно, безответственно. Ничто вас не оправдывает. Полковник, я не могу изменить сделанного. Но я был хорошим офицером и снова буду. Дайте мне шанс. Я должен был вас арестовать. Но именно сейчас мне не хватает офицеров. Я хочу сражаться, сэр. Сражаться? Вы будете сражаться. Я назначу вас командиром передового отряда. А сержант Картер пристрелит вас, если вы опять побежите. Идите к своей роте, лейтенант. Но когда все закончится, вы предстанете перед трибуналом. Есть, сэр. Как дела? Прекрасно, лейтенант. Если южане поймают нас в этих лесах, притворимся слепыми. Мы выйдем на дорогу к Ричмонду, прежде чем Ли поймет, что мы идем на юг. Как по-вашему, что происходит? Если это южане, мы бы слышали орудия. Смотри, это генерал Грант. Так значит, это герой Виксбурга. Невелик, верно? Кто тебя спрашивал, Кет? Даже отсюда видно, что он может пробить головой стену. Ну, а если он рвется в бой, старина Ли к его услугам. Это Гранту и нужно.
Раз наш Томми хочет стать настоящим солдатом, у меня есть кое-что для него. Наша армия получила в прошлом году под зад именно в этих лесах. И взгляните, что осталось, пока мы драпали на север. Вот что бывает с мальчишками-барабанщиками, которые слишком близко подходят к мятежникам. Не могу больше терять с вами время, увольни. Полковник хочет, чтобы я расставил стрелков на флангах. Угадай, кто первым получит капитана? Забудь о нем, Том. Выбрось его, Том. Нет, сэр. Я достойно похороню его. Он был храбрым солдатом, я знаю. Ночью вся наша армия перейдет через эту проклятую реку. Напомните мне, разве мы не заключали пари месяц назад? Вы не возьмете в рот ни капли, если я перестану ругаться. И вы первые обвините меня, если я отступлю, не так ли? Да, сэр. Ну, ладно. Воспользуюсь моментом, генерал. Вы вернули измученную, уставшую, полумертвую армию к жизни. Простите, генерал. Я Кроуфорд, Нью-Йорк Трибюн. Мистер Кроуфорд. Именно здесь Хукер почти проиграл войну год назад. Почему не зайти с запада, во фланг Ли? Если мы будем быстры, нам не придется сражаться в этих лесах. В Вашингтоне говорят, генерал Грант, что Ли просто выжидает, чтобы задать вам такую же трепку, какую он задал Маклеллану, Берсайду, Хукеру. Я забыл кого-нибудь? Хотите добавить в этот список меня? Извините, генерал, но матери Севера устали посылать своих сыновей на смерть Джорджию и Вирджинию, чтобы мятежники не захватили страну. Мистер Кроуфорд, никто так не устал от войны, как я, поэтому мы двигаемся на юг, чтобы закончить ее как можно скорее. Линкольн сказал в Геттисберге, мы должны сохранить эту нацию, чтобы народное правительство не погибло. Но вы, газетчики, никогда не обращали на это внимания. А теперь извините меня. Если Ли хочет остановить нас до Ричмонда, он должен сделать это на открытой местности. Но если он поймает нас в лесу, нам придется сразиться с ним. Верно. Наша задача не просто Ричмонд, а уничтожение армии генерала Ли. Независимо от места и погоды? Шерман идет за Джонстоном, а я нападу на Ли в Вирджинии. Конфедерацию никогда не атаковали на всех фронтах одновременно. Мы не ограничимся схватками на поле боя. Мы пойдем на города, поля, фабрики. Война за их линией фронта? Я брошу кавалерию Шеридана им в тыл. Я догадываюсь, что меньше, чем полная победа, будет равнозначно поражению для нас. Репортер прав. Люди устали от войны. И если мы не уничтожим армию Ли, Линкольн может потерпеть поражение, и Союз погибнет навсегда. Только их безоговорочная капитуляция может дать нам мир. 5 мая 1864 года. Уайлд Деннис, Северная Вирджиния. Come on.
убью тоже! Перестань, мы отходим, пока южане не ударили! Отходим! Добровольцы, вынести раненых! Я! Эй, кто-нибудь, помогите мне! Нам нужен мужчина. Я смогу. Ну ладно, позаботься о них. Если ты скажешь кому-нибудь о том, что произошло... Гент. Я сделаю это, Хазард. Ни одного чертова слова. Мне нужно это повышение. Слышишь? Ты слышишь? Я слышу человека, который в истерике. А теперь соберись. Билли! Нужно выбираться отсюда. Там целая дивизия мятежников. Они идут на нас. Отнесем раненых в укрытие и перестроимся на Планк Роуд. Грант или отступит, или потеряет всю армию. Не думал, что он это допустит. Сэр, генерал Хазард взят в плен на западе партизанами Мосби. А генерал Хейс убит, защищая Планк Роуд. Наше положение справа отчаянное. Седвик обойден с флангов и окружен. Они захлопнули ловушку. Генерал Роулинс, нас разбили так же ужасно, как и Хукера в Ченслорсвилле. Вы должны отступить. Ерунда, полковник. Мы послали Седвику подкрепление. Слишком поздно, сэр. Бобили удивлял нас, дурачил, крушил в течение 2 кровавых лет. Я знаю метод этого человека. Он бросит все свои силы между нами и Рабиданом, полностью отрежет нас. Он может захватить всю чертову армию северян. Господа! Вы знаете, я не выношу бранных слов, но на этот раз я воспользуюсь одним из них. Я чертовски устал выслушивать, что генерал Ли сделает с нами. Думайте о том, что мы сделаем с ним. Некоторые из вас считают, что он сделает двойное сальто и окажется у нас в тылу и на флангах одновременно. Но, сэр, ситуация отчаянная. Я еще не был в бою, в котором ситуация не была бы отчаянной с одной точки зрения. Плащ судьбы, возможно, скрывает шанс. И мы найдем его. Сэр, мы еще сможем вернуться за реку и двинуться на север, пока Ли не ударил снова. Мы спасем эту армию, господа. Собрав людей, вернув их на дорогу для нового броска. Но не на север, а на юг. Мы сделаем последний шаг в отступлении. Мы проскользнем налево и направимся к Кортхаузу и окажемся между Ли и Ричмондом. Но разве разбитая армия... Если мы не признаем поражение, значит, мы не разбиты. Генерал Роулинс отдаст вам приказы. Надеюсь, я прав. Прав или нет, сэр, но это поворотный пункт войны. Миссис Грейди, я знаю, что вы не спали 2 ночи, но миссис Нил просила разбудить вас, когда начнут прибывать раненые. Простите, мэм. Ребята, самых тяжелых сюда, в палатку хирурга. Поосторожней! Док только что закончил с этим, мэм. Он выглядит довольно плохо.
Надо положить его на кровать. У нас нет кровати. Положите его на пол. Может, мы переложим одного из тех, кто ранен не так тяжело? Я сказала, положите его на пол, мистер Шейн. Да, мам. Положи его. Воды. О, боже, как больно. Воды. Ой, воды. Миссис Грейди, немедленно положите на кровать этого человека. Пожалуйста. Но сначала дайте ему воды и сделайте укол морфия. Миссис Нил, у вас нет прав. Вы сделаете то, что вам сказано, а потом доложите мне, когда этим раненым будет оказан уход. Это ясно? Я понимаю, вы работаете вторую смену, но это по вашему собственному желанию. Но я заметила, миссис Грейди, вы оказываете худший уход раненым южанам. Это неправда. Я сама это видела. И не один раз. Вражеские солдаты всегда последние у вас. Вы обвиняете меня в халатности? У меня нет доказательств, кроме вашего отношения. Но позвольте предупредить вас, если вы не изменитесь, тогда, несмотря на нашу нехватку медсестер, я предъявлю обвинение в халатности. За что? За то, что у нас не хватает кроватей? За медлительность, когда даешь воду одному раненому, а не 20? Мне это не кажется халатностью. Это похоже на войну. Вы клялись оказывать равный уход всем. Если я увижу доказательства вашего плохого отношения к южанам, я сделаю все, чтобы вас уволили из корпуса медсестер. Ричмонд, Вирджиния. Сообщают, что Грант разрушил еще сотни миль наших дорог. Передайте генералу Джонстону, я встречу с ним через 3 дня, и подумайте о доставке ему подкрепления. Может, вам лучше уехать сегодня, сэр? Виксбург с каждым днем кажется еще большим несчастьем. Сдавшись там, мы потеряли Миссисипи, а нашу страну разделили пополам. У генерала Ли было много проблем с восполнением потерь после Геттисберга. Сэр, вам нехорошо? Простите, это кабинет генерала Мэйна? Подождите снаружи, сэр. Я Энес Халлер, генерал посылал за мной. Все в порядке, лейтенант. Входите, мистер Халлер. Сэр. Спасибо, что пришли. Вы сказали, что это срочно. Я недавно получил это письмо от моей жены. Мистер Халлер, у меня нет возможности заняться ее поисками. Вы должны сделать это для меня. Я бы хотел, генерал, но... Я знаю, вы были лучшим сыщиком Пинкертона. Неважно, сколько это стоит, но мне нужна ваша помощь. Мне известно, какой пост вы занимаете. Думаю, я помогу вам. Спасибо. Я сообщу вам все сведения. Но начинайте с Чарльстона. Сделаю все, что смогу, сэр. Надеюсь на вас. Чарльстон, Южная Каролина. Теперь я должна оставить вас, миссис, но моя сестра будет внизу. Она прекрасная сиделка. Она сделает все, что необходимо. Спасибо, миссис Никс.
О, конечно, он самый красивый ребенок, которого я принимала. Как вы его назовете? Ори. Ори Николс. Младший. О, значит, вы его назвали в честь отца? Правильно. В честь его отца. Северная Вирджиния. Еще раненые! Посмотрите, какая честь! Мы заполучили настоящего генерала-конфедерата! А теперь осторожно! Осторожно, не трясите его! Хирургу, мэм! Приказано спасти его, он нужен для допроса. Сначала я осмотрю его, а потом будем решать, что делать. Да, мам. Немедленно отправьте его к хирургу. Да, мам. Скажите хирургу, что у него сильная лихорадка. Надо остановить инфекцию. Нет, генерал, вы не должны вставать! Вы еще не скоро сможете вставать самостоятельно. Мне даже не надо мерить температуру. Вы пылаете. Вирджили. Не надо тратить силы на разговоры. Ты должен лежать. В последний раз, когда мы встречались, ты хотела видеть меня повешенным. Старайся пить как можно чаще. И не пробуй вставать с койки, пока я не скажу, что у тебя достаточно сил. Или я тебя повешу. Да, мэм. Вирджили, спасибо. Все раненые здесь получают одинаковый уход. Я делаю то, что мне приказано, генерал Мэйн. Не запрещай мне быть благодарным, Вирджили. Или хочешь, чтобы я гнал тебя всю дорогу до Франц-стрит? Э? Смотри на меня, когда я говорю с тобой, парень. Пожалуйста, сэр. Я не могу оставить свою семью. У них никого больше нет. Заткнись, иди. Отпустите этого мальчика.
Простите, мэм? Я сказала, отпустите его, у вас нет права заставлять его. У нас есть право мобилизовывать рабов в любое время. Нам нужны люди, чтобы рыть окопы за городом. Но он еще ребенок. Ну так, значит, это вина мистера Линкольна, не так ли, мэм? Его проклятая армия освободила черномазых, и они болтаются везде, отнимая еду и работу у белых, не так ли? Я не хочу с вами спорить, сержант, вы не заберете его. Мой отец был известным человеком в Чарльстоне, и я знаю много влиятельных людей. Я могу доставить вам много неприятностей, если вы не отпустите этого ребенка. Он все равно слишком слаб. Давайте, забирайте его. Больше не попадайся мне, парень. Даю вам совет, мэм. Не вмешивайтесь в дела правительства, не то я гарантирую вам большие неприятности. Ну что смотрите? Давайте двигайтесь. Двигайтесь! Спасибо, мэм. Как тебя зовут? Майкл. Майкл, где ты живешь? Я отвезу тебя домой. О, нет, мэм. Не стоит этого делать. Это за городом опасное место. О, но пошел дождь. Ты хочешь прокатиться, а? Беспокоилась. Солдаты чуть не забрали, но эта леди заставила их отпустить меня. Как ты себя чувствуешь, мам? Немного лучше, сынок. Вы приехали издалека, не так ли? Да, мэм. Прямо из Теннесси. Они сожгли дом нашего хозяина дотла. И сказали, что мы свободны, и нам пришлось уехать. Мы пытаемся найти пищу и лекарства, но нам всегда не хватает. Я снова ничего не нашел сегодня, мама. Нет работы, за которую бы платили. Майкл, пойдем со мной. Мы найдем немного еды и лекарств. Но, мэм, мы даже не сможем заплатить вам. Мне ничего не нужно. Я просто хочу помочь. Я тоже потеряла свой дом. Почему ты на меня так смотришь, Майкл? Я просто не могу понять, мисс Мадлен. Почему вы помогаете таким людям, как мы? Иногда лучший способ забыть того, кого ты потерял, это помочь кому-нибудь еще. Вы о своем муже, мэм? Его убили на войне? Нет, но я не могу быть с ним. Это настоящая беда.
Особенно для такой милой леди, как вы. Коляска для такого места. Посмотрите на это. Мы случайно наткнулись на клад, ребята. Да. Здесь еды на месяц. Отпустите меня. Это еда для людей, которым она необходима. У меня у самого страшная нужда, красотка. Ты должна знать об этом. А ну, отпусти не ее. Не трогайте его. Хочешь, чтобы я свернул тебе шею, щенок? А теперь отпустите, леди. Исчезните. Если я когда-нибудь увижу вас снова, то убью. Понятно? Все в порядке, сынок? Да. Они не ранили вас? Нет, со мной все хорошо. Он был прав. Вам не следует появляться там. Этот лагерь внизу у дороги полон всяких отбросов. Они напиваются и пристают к женщинам. Ах, вот как? А что же вы здесь делаете? Человека с моими наклонностями можно найти где угодно. Меня зовут Рафаэль Бодин, для друзей Рейф. Мисс... Миссис. Миссис Пикард. Очарован. Миссис Пикард, могу я проводить вас в Чарльстон? Я направляюсь в лагерь беженцев. И именно туда намерена ехать. Ну, я провожу вас туда и обратно в город, когда пожелаете. Я благодарна вам за все, мистер Бодин, но в этом нет необходимости. Уверяю вас, мадам, это удовольствие для меня. Этот пансион был известен тем, что здесь жили многие любовницы уважаемых граждан. И вы предположили, что я одна из тех женщин? Если бы вы были такой, я бы не устоял. Вы так красивы. Вы ошибаетесь. Я не из них. Я живу здесь, потому что это самое дешевое место в городе. Спасибо, мистер Бодин. Могу я проводить вас наверх? Думаю, вы понимаете, что спросили зря. До свидания, сэр. До свидания, миссис Пикард. Надеюсь увидеть вас очень скоро. Где вы встретились с этим человеком? С мистером Бодином? Он оказал мне сегодня услугу. Но с ним никто не знает. Я говорю о достойных людях. И почему же? Его не принимают? О, гораздо хуже, чем это. Он из прекрасной вирджинской семьи, двоюродных кузенов по линии моей матери. И она говорит, что он покинул армию, моя дорогая. Рейф Бодин был майором, награжден за храбрость при Манассасе. А потом он покинул армию при очень загадочных обстоятельствах. Уверена, что у него были причины. Но это произошло не из-за ранения. И он не вернулся в свою семью, даже когда его родной брат был убит. Ходили слухи, что Рейфа вынудили подать в отставку. Хотя никто не знает, почему. Тогда людям лучше перестать сплетничать. Вот как. И помогите. Помогите мне. Помогите, помогите. Успокойся. Ему нужна помощь. Санитар! Санитар! Помогите!
Помогите ему. Помогите. Спокойно, спокойно. Носилки сюда. Да, мэм, быстрей. Помогите. Скажите доктору, чтобы осмотрел этого человека. Помогите. Да, мэм. Доктор! Доктор, раненый? Ты хорошо делаешь свое дело. Знаешь, на поле боя капитан сказал мне, что у них было перемирие, чтобы обменять виржинский табак на сахар и кофе Янки. Что скажешь? Я здесь уже несколько недель, не пришло ли время для нашего перемирия? Ты о чем? Обменяемся новостями о наших семьях. Иди в постель, а то миссис Нил решит, что я жестоко обращаюсь с генералом конфедератов, держа его на ногах. Я занята. Ты можешь представить, как сильно Брэд хочет узнать хоть что-нибудь о Билли? Знаешь, я не поддерживаю связи со своей семьей. Вирджили, пожалуйста. Я видела Билли однажды, в начале войны, и с ним было все в порядке. С тех пор я не встречала его имени в списке раненых или убитых. Спасибо. А Джордж? Я не знаю. Миссис Грейджи, могу я поговорить с вами? Извините. Капитан полиции получил приказ доставить генерала в лагерь военнопленных для допроса. Его нельзя перевозить без разрешения хирурга. Да, мам. Я узнала, что ты недолго пробудешь с нами. Я так и думал. Похоже, у нас больше не будет времени поговорить, поэтому я просто хотел сказать тебе, ты должна гордиться своей работой. Желаю тебе всего хорошего. И тебе всего хорошего. Генерал. Часовой! Часовой! Генерал мятежников сбежал! Стреляйте в него! Ваш генерал только что сбежал. Никогда не доверяй южанам. За ним, быстрее! Тюрьма Либи, Ричмонд, Вирджиния. Вот мы и в Либи. Выходите из повозки. Давай, мерзавец, проходи. Боже мой, что это воняет? Да они жгут смолу. Да, чтобы отбить вонь умирающих янки. Иди на свое место. Никаких разговоров между заключенными.
Добро пожаловать. Я капитан Тернер. Вы будете называть меня сэр. Это капрал Строк, моя правая рука. Ваши вонючие туши будут обысканы на предмет оружия и денег, которые вы, ребята, утаили. Раздевайтесь. Сейчас. Вижу, я должен объяснить, что я имею в виду. Поможешь ему и ты, мертвец. Я разобью твою голову, как яйцо. По-моему, я приказал вам, парни, раздеться. Думаю, вам не понадобится еще одно приглашение. Открой рот. Я мог бы сделать это с помощью вот этого, но тогда у тебя не останется зубов. Шире. Шире. Выплюнь это. Выплюнь. Так, так, так. Видите, $10, Янки. Поняли, ребята, нет ни одного места, чтобы мы не нашли. Даже если нам придется вывернуть вас наизнанку. Понимаете, что я имею в виду? Теперь, когда мы закончили с материальными вещами, пришло время заняться кое-чем духовным. Вы, ребята, должны понять, кто вы теперь. Вы больше не офицеры, не джентльмены. Нет, сэр. Вы теперь ничто. Слышите меня? Вы ниже, чем подонки. Вы даже хуже, чем грязь. А поэтому, ребята, встаньте на колени в грязь. Посмотрим, как у вас получится. На колени. Отделение смирно. Кто ты, черт побери, такой? Я генерал Джордж Хазард. Мы офицеры Союза. Так с нами и надо обращаться. Я велел вам называть меня сэр. Вы все дерьмо! Кто следующий? А теперь на колени в грязь. Встать! Ай-яй-яй. Так-то лучше.
Вы, ребята, станете хорошими заключенными. Ты оглох, генерал. Я же сказал, стань на колени. Я повторяю, обращайтесь с нами, как с военнопленными. Кто ваш старший офицер? Посмотри вокруг, подонок. Ты видишь кого-нибудь еще? А? Я старший. И здесь нет иных правил, кроме моих. Теперь встань на колени. Если не подчинишься мне, генерал, я разнесу тебе голову. Это относится к каждому из вас. Как я и говорил, генерал, я старший. Мистер президент, янки однажды назвали нас дрочунами из-за нашей страстной веры, что отделение было единственным способом для того, чтобы образ жизни Юга существовал. Никто не был более решительным, чем я в деле независимости от Севера. Тогда вы должны понять, сэр, мы не можем молчать, когда видим внутреннюю угрозу этому. Ну что же, мистер Хантун, говорите. Многие из нас считают, сэр, что во имя военных усилий попираются права отдельных южных штатов. Дальше. Вы перегружены работой, сэр, потому что взяли столько власти и ответственности на себя. Я делаю то, что должен. Мы настаиваем на передаче части этой ответственности тем, кто находится вокруг вас, и самим штатам, которые будут настойчивы в понимании того, что права штатов являются права? Для чего нужны права штатов, если у нас нет наций для обеспечения этих прав? Вы считаете, что человек в Вашингтоне подарит нам нашу свободу? Мистер президент... Держите при себе вашу философию. Сначала нам нужно выиграть эту кровавую войну, как одной нации. Потом будем волноваться об отдельных штатах. Сейчас у меня более серьезный повод для волнений. Генерал Ли нездоров и расстроен. Он только что попросил отставку. Конфедерация обречена без Ли. Он должен остаться. Извини, Эштон. Ты всегда извиняешься, Джеймс, но извинение — это всего лишь извинение. Понимаешь, о чем я? Просто это выражение в твоих глазах, как будто я даже не мужчина. Я чувствую... Не смей обвинять меня в своих неудачах. Прости, Эштон. Всю жизнь я мечтал о славной конфедерации, а теперь я вижу, как это превращается все в какой-то кошмар. Не начинай снова жалеть себя, Джеймс. Просто никто не хочет слушать меня. Я прихожу с идеями, а дружки Джеффа Дэвиса игнорируют их. Это разочаровывает, да, Эштон? И наполовину так не разочаровывает, как меня, Джеймс. Эштон, куда ты идешь? Прокатиться, я нервничаю. Но уже поздно. Мне нужен свежий воздух, Джеймс. Хантун еще больше шут, чем я думал. Прекрати, Эл. Мне жаль Джеймса. Я не понимаю, почему я остаюсь его женой.
Ты остаешься его женой, потому что это необходимо для твоего будущего успеха. Я так устала от этого. Не понимаю, зачем нам Джеймс? Во-первых, он хороший источник информации о казне. Если наш ход против Дэвиса будет успешным, нам необходимо знать все, что происходит внутри правительства. Твой муж может быть полезен и в другом качестве. В каком? Я думал об этом с тех пор, как твой брат положил конец нашим рейсам через блокаду. Хантун мог бы возместить некоторый дефицит, если бы принял мое предложение. А в чем дело? Быть, если мы сможем устранить мистера Дэвиса, вице-президента моего правительства. Это прекрасно. Он будет финансировать наши планы и станет козлом отпущения, если что-нибудь пойдет не так. Но он никогда не доживет, чтобы увидеть мою империю. Ты так возбуждаешь. Ты абсолютно права. Думаю, глупо забирать все деньги из банка. Пусть мои останутся там. Я благоразумен, Аштон. У Ли слишком мало войска, чтобы сдерживать Мида. Он скоро будет наступать на Ричмонд. Нам нужны средства, если придется покинуть город. Ерунда, Джеймс. Бент говорит, что этого не будет. Бент? Когда ты его видела? Ну, на одном из этих глупых приемов. Ты помнишь, не так ли? Вообще-то я избегаю его. Он, кажется, хочет поговорить со мной, но можно ли ему доверять? Ты слишком осторожен, Джеймс. Он может пригодиться для твоего будущего. Похоже, ты очень много знаешь о нем. Мне говорили, он имеет влияние побольше, чем у тех клерков, которых ты тащишь домой из казначейства. Эти люди мои друзья и поддерживают мою точку зрения, а не Джеффа Дэвиса. Может быть, прекратить спорить с этим человеком? Джеймс, для кого я устраиваю все эти приемы? Для тебя, чтобы ты мог продвинуться в правительстве. Или чтобы кто-нибудь вроде Илкана Бента мог помочь. Неужели ты не понимаешь, Джеймс? Ты должен использовать каждый шанс в жизни. Бренди, Джеймс. За ваше будущее. Он великолепен, сэр. Это Наполеон. Только лучшее для таких людей, как мы, вы не согласны? Для таких людей, как мы? Людей храбрых и дальновидных, сэр. Людей, способных изменить мир, как Наполеон. Я никогда не думал о себе именно так. Но я слышал ваше выступление. Вы слишком скромны, Джеймс. Но другие так думают о вас. Они понимают, правительство Дэвиса мало ценит ваш талант. Но кто эти люди? Люди действия. Они не только сожалеют о настоящем правительстве, но и думают, что сделать с ним. И они просили меня возглавить их. Вы говорите о свержении правительства. Это измена. Разве спасение нации является изменой? Дэвис слаб, если война обернется неудачей для нас. Вы снова хотите оказаться под пятой Союза? Конечно, нет. Так помогите нам. Станьте одним из нас. Я просто не знаю, как... Заверяю вас, не будет никакой ненужной жестокости, когда мы отправим Дэвиса на кладбище, вернем конфедерации ее силу, вы будете на вершине власти. Мой вице-президент. У вас это звучит... Это звучит почти патриотично. Даже более того, Джеймс. Это судьба.
Полевой госпиталь Союза, Северная Вирджиния. Давно меняли повязку? Это уже вторая, док. Все записаны. Нам нужно освободить место для новых раненых. Это так же ужасно, как Уайл Денниси. Грант отбрасывает Ли назад, но какой ценой? Доктор сейчас вас осмотрит. Поднимите его. Да. Вот. Док сказал, его надо перевязать, чтобы остановить кровотечение. Мятежный полковник. И все же надо помочь. Как и остальным. Мы поможем ему, мистер Шейн. Вам нехорошо, мэм? Надеюсь, я никогда больше не увижу зажим, хирургическую пилу за всю свою жизнь. Дайте пройти, дайте пройти! Слишком много прибывающих. Выносите безнадежных наружу, я их уже записала. Да, мэм. Миссис Грейди, если вы не поспите немного, вы свалитесь. Бинты! Принесите бинты! Этот человек мертв. Да, мэм. Он истек кровью. Кто им занимался? Миссис Грейдик, мэм. Вы что-нибудь знаете об этом? Нет, мэм. Миссис Грейди отправила меня убрать умирающих. Поэтому я не видел, как она заканчивала перевязку. Сержант Уэллос! Я не знаю, о чем вы говорите. Зажим был снят. Лежал рядом. Кто еще, кроме вас, мог это сделать? Сам полковник, об этом вы не подумали? Он не мог этого сделать при его состоянии. Санитар сказал, что вы странно вели себя, когда увидели его. Он лжет! Я просто устала. Спросите мистера Шейна. Я бы никогда никого не убила. Я не верю этому, миссис Грейди. Я считаю, что вы способны на все. Даже на убийство южанина. Вас вообще не следовало принимать в корпус медсестер. С этого момента вас освобождены от своих обязанностей. Вы не можете этого сделать! У вас нет права, чтобы сделать это! Я намерена обвинить вас в убийстве. Хладнокровном убийстве этого полковника-конфедерата. Я не убивала его. Меня тошнит от этого. Это все, что я имею. Если вы ее заберете у меня,
Я потеряла Грейди, а сейчас вы не можете. Черт вас подери, я не позволю! Не позволю! Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Сэр. Спасибо. Хорошо провели вечер, сэр. О, Дэвид, вы знаете эти приемы в Конгрессе. Слухи, сплетни, скучные старые вдовы. Спасибо Господу за маленькие утешения. Вы согрели ванну? Да, сэр. Горячий, как вы любите. Спасибо, Дэвид. Вы можете ложиться. Хорошо. Спокойной ночи, сэр. Спасибо. Сэм. Вирджили, что вы здесь делаете? Я заплатила горничной, она впустила меня. Мне надо было увидеть вас наедине. Вам не следовало приходить сюда. Мне больше некому обратиться, Сэм. У меня ужасные неприятности. Меня несправедливо обвинили, я ударила миссис Нил, я убила ее. Нет. Она жива. И она выдвинула против вас обвинение в убийстве. Я не убивала этого полковника. Клянусь в этом. Миссис Нил хотела от меня избавиться с самого начала и теперь нашла способ. Говорите тише. И так плохо, что одна из горничных знает, что вы здесь. А то, что у вас оружие, не свидетельствует о вашей невиновности. Это для защиты. Я нашла его в седельной сумке и лошади, которую взяла. Сэм, пожалуйста, помогите мне. Вирджили, будьте разумны. Как я могу быть замешанным в деле об убийстве? Это политический крах. Но у вас есть друзья. Никто не узнает, что именно вы остановили расследование. Вирджили, когда я в последний раз помог вам, я сказал, что в следующий раз не будет бесплатным. Да, я помню. И вы... согласны? Иначе я бы не пришла сюда. Великолепно. Ванна уже согрета. Сэм, почему бы мне не раздеться прямо здесь? Thank you.
Сэр, сэр, развяжите меня. Они затащили мисс Агасту в дом. Повезло, ребята. Здесь такой аппетитный кусочек. Ты еще пожалеешь об этом. Очень пожалеешь. Я собираюсь проучить тебя. Мы научим тебя уважению. Сержант! Хорошо, ну-ка посмотри на меня. Все хорошо, все хорошо. Никаких споров, выпей это. Сейчас тебе необходимо что-то покрепче. Я не привыкла к виски. С Бозом и Вашингтоном все в порядке? У них ничего серьезного. Я боялась, что янки могли убить их. Мы закопали эту падаль так глубоко, что никто не найдет их. Я была так напугана. И думала только о том, что никогда больше не увижу тебя. Я люблю тебя. Полюбил с первого взгляда.
неподходящий день для человека, зверя и даже уток. И, конечно, не для наших бедных парней на марше. Да, сэр. Министры Стэнтон, Чейз и Стюарт ждут вас в кабинете. И жена генерала Хазарда здесь. Миссис Хазард, пожалуйста, проходите. Пусть джентльмены подождут. Я скоро буду. Мистер президент, это честь для меня. А для меня честь и удовольствие, мадам. Встретиться с женой достойного офицера. Хотя я бы хотел, чтобы обстоятельства были бы счастливее. Пожалуйста, садитесь. Вы, наверное, знаете, почему я здесь. Я глубоко расстроен пленением Джорджа. Сэр, я знаю, что генерал Грант отказался от обмена пленными. Не только генерал Грант, но и наше правительство. Эта война должна быть закончена как можно скорее. Я понимаю это, сэр. Но надеялась, вы услышите голос жены, желающей спасти своего мужа. Сэр, тюрьма Либи — это адское место. Условия ужасные. Мистер президент, я умоляю вас. Я в отчаянии. Пожалуйста, помогите. Я не могу. Если бы мне пришлось думать только о Джорджи Хазарде, я бы предложил себя для его освобождения. Но я президент и должен держаться твердо. Не я веду эту войну. Она ведет меня. Каждую ночь я думаю о сотнях тысяч мертвых и раненых. Но Джефф Дэвис все еще сражается в Ричмонде и с гневом отверг мое предложение в амнистии и примирении. Мы не имеем больше права пополнять ряды южан, возвращая их офицеров и солдат. Это тяжелая война. Я понимаю ваши чувства. На самом деле понимаю. Но, сэр, я жена. Разве больше ничего нельзя сделать? Ну, я... Я не могу ничего обещать. Но я попытаюсь. Спасибо. Тогда молитесь за Джорджа. Обещаю вам это. Вместе с глубокой благодарностью за жертву вашей семьи. Я говорила тебе, Констанс, что президент не сможет ничего сделать. Он должен управлять страной и вести войну. Может, и лучше, что Джордж там. Его хоть не убьют в бою? О, нет. Констанс права. Заключенные умирают каждый день в этом ужасном месте. Мы должны сделать еще что-нибудь. Стэнли, ты знаешь многих промышленников на севере. Возможно, у них есть связи в Ричмонде. Я узнаю, но это потребует времени. Времени, возможно, как раз у твоего брата и нет. Знаете, я подумала, что это может потребовать значительных средств. Но если бы мы передали сообщение для Ори, он старший офицер. И, возможно, сможет помочь чем-нибудь. Констанс, надеюсь, ты понимаешь, что посылать сообщение на вражескую территорию – это преступление? Мне плевать на это и на то, сколько это стоит. Надо спасти Джорджа. Мы должны испробовать все. Мама! Хватит, Изабель. О, Констанс, Ори – это прекрасная мысль. И я знаю кое-кого, кто симпатизирует Югу. Возможно, он станет нашим посланником. О, мама!
Покажем тебе, что бывает с непокорными ребятами. Мы ничего не хотели. Честно. Ну, хорошо. В чем дело? Мы просто пытались помочь этому парню. Он прижал его к стене, и ну, вы знаете, что он хотел сделать. Верно, ребята? Так? Я сказал, верно, ребята? Кто это был? Это был он. Ну-ну, генерал. Нельзя себя так вести. Даже такая грязь, как ты, должна знать это. Считаю, тебе надо преподать урок. Свяжите, заткните рот и выбросьте наружу. Сволочь! Посмотрим, сколько времени понадобится генералу Хазарду, чтобы сломать шею. Сэр, на следующей неделе вернется генерал Уинтер. Вам же не захочется объясняться по поводу мертвого генерала Союза. Вы знаете, как он относится к жестокости. Капрал Строк, никогда больше не лезьте в мои дела.